Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я готовлю кавардак. Для этого нам понадобятся вот такие обычные голени куриные. Я отрезала суставную часть у них. Вот это вот. Вот такая получилась у нас курица. Приступим. В первую очередь нам надо порезать кабачок. Порезать его, присолить и отставить в сторону. Кабачок я порежу брусочками. Порезали, присолили и перемешали. Мы это делаем для того, чтобы они дали сок и немножко стали упругими. Тогда они держат хорошо форму в блюде и оставляют такой свой вкус кабачков. Не развариваются сильно. Отставляем в сторону. Сейчас я займусь овощами, тоже порежу брусочками все. Все овощи подготовили, разогреваем масло в подходящей посуде, удобной для вас. Отправляем курицу. Слегка обжарим курицу. Как курица посветлела, отправляем лук. Продолжаем обжаривать минуты полторы. Теперь отправляем репу и морковь. Обжарим еще полторы минуты. Отправим соус томатный классический. Если нету соуса томатного, можно тогда отправить сюда томатную пасту, 1 столовую ложку. Продолжаем обжаривать. Тоже минуты полторы. Следом отправим картофель. И будем обжаривать еще минуты две. Прошло 2 минуты, заливаем кипятком. При медленном кипении отправим сюда кабачки. Жидкость я слила, которую они дали. Сюда же отправим болгарский перец, томаты, зелень и чеснок. Также отправим зру, бадьян, паприку сладкую красную и лавровый лист.
посолим по вкусу. Накроем крышкой и будем варить 20 минут на медленном огне. Итак, прошло 20 минут. Кавардак у нас готов. Теперь отправим перец. Это по желанию. И поварим еще минуты 3-5. Будем выключать. Блюдо наше готово. Можно будет подавать. Вот такой кавардак у нас получился. Готовьте на здоровье, это очень вкусно. Сюда подойдут любые овощи, которые у вас есть в холодильнике. Поэтому и называется это блюдо кавардак, потому что все сюда свалил и приготовил. Очень вкусно, друзья, готовьте. Кавардак можно готовить не только с мясом птицы, также с говядиной, с бараниной, со свининой. На ваш вкус, друзья. Всем приятного аппетита, кто ест. До скорых встреч. Всем желаю всех благ. Берегите себя. Пока-пока. Приятного аппетита. Пока.